У обласным центре стартовал 50-й юбилейный республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза Льва Даватора. Спаборництвы собрали больше 100 атлетов из усих регионов Беларуси. Яны разыгрываются узнагороды у 10 ваговых категориях. Какие особливости мае спортивный форум и как плануют выступить господары спаборництвов? У репортажа Сергея Мисурагина. Сёлета термины проведения турниру по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза Льва Даватора супали с чемпионатом Европы, які проходит у российском Каспийску. Не треба казать, як тренеры переживали за своих выхованцев, які обороняли гонор белорусской сборной. Штаб витебской команды не хавал расшарования от выступления Максима Кожарского, який не без допомоги судей проиграл сутычку за бронзовую медаль. Сегодня у меня, конечно, самочувствие очень плохое. Ночь не спал, потому что наш ученик Кожарский Максим должен был получить бронзу, но так обстоятельства сложились, что медаль мы не получили. И мы виним, к сожалению, судейство, потому что было предвзятое судейство, и просто у Максима ушла медаль. Поэтому сегодня огорчение такое у нас, у всех представителей Витебской области. А вот заслуженный тренер Республики Беларусь, барысаўчанин Олег Ажыгаў, просто выпроменивал добрый настрой. Его выхованец Виктор Сосуновский стал серебряным призером чемпионата Европы. Сказать честно, хотел больше, я лично, и он может больше, но так получилось. Занял второе место, ну и тоже медаль. Хотелось лучше, ну так получилось, второе. Тем часом на двух борцовских диванах бясконцой чаргой шли поединки, где цена кожной перемоги велизарная. У Витебск едут за одним из самых жаданных званий у спортивной карьеры. Это майстерский турнир. Тут только переможцы и серебряные призеры по выньках споборництву отримают звание майстер спорту Республики Беларусь. Недавно у нас в Витебске были соревнования первенства Республики Беларусь, и почти все боролись, и показали очень хорошую борьбу. Но на первенстве Республики Беларусь мастер спорта присылается только за первое место. Не получилось стать чемпионом, они хотят здесь выполнить звание мастера спорта. Формула проведения споборництва максимально наближена до европейских стартов. Электронные табло, система видеоповтору, усё, как не зарабить помылки и принять правильное судейское решение. Сборная команды Витебской области на турниры представлена практично мощнейшим составом. Тренерский штаб команды различивая, как минимум, на два удалые выступления. Але, как кажут, робить прогнозы справа неудачная. Это борьба, где может сдариться усё. Имены призеров и новоспеченных майстров спорту назовут 4 мая, когда пройдут финальные поединки. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, новини Витебск.